Чего? Кнопочку. И ты рассказываешь. Меня зовут Ярослав Тихонский. Ну, начинай, говори. Я Ярослав Тихонский. Что мама делать будет? Ты качаться будешь? Смотрите. Дитё идёт качаться. Это мама. Это мама качаться идёт. Ярослав, скажи, мама качаться идёт. Задачек у мамы. А ты хочешь в зоопарк такой? Какой зоопарк? Где тут зоопарк ты видела? Где тренажерки? А? На что? Хочешь смотреть? Смотри! Что там? Смотри, кто там? Какой-то этот кабанчик, да? Да, тут черепаха. А где он? Хочешь, да? Идем в туалет. Он не открыл. Хочешь? Пошли. Хочу, давай, ребенка. Ярослав, поедешь с папой в зоопарк? Мама. И мама хочет, да, с нами поехать в зоопарк? Скажи. Ты сам, ты ну, давай. Никуда не пойдешь. Ну да, как потому себе? Потому что у тебя с головой ты не дружишь. Да, я с головой не дружу. Гопник. Оделся в синюю куртку гопник. То есть регла. Гоп, ребенку купил... Себе купил за полторы штуки, а ребенок ходит в прошлогодние за 100 гривен. Да. Мы с тобой ходили в магазине. Что, не помнишь? Надеюсь. Я снимал видео. Так надо было купить, отвалить 1300. Надо было просто выбирать то, что тебе показали. Нормальную курточку тебе показали. Потом бы купили комбинезон. Вот это... Давай я пусть... Ну, давай, скажи, я Ярослав. За сколько ты свои станции купишь? Вчера купил пеку. Хватай маму за руку. Папа, я хочу на телефон посмотреть. Так я же тебе говорил, давай снимать будешь сам себя. Ярослав, знаешь, для чего? Аккуратно там руки. Ярослав, смотри. Качать пресс, вот так, вот движение. А я не могу. Ну давай попробуем вместе. Давай попробуем. Ну что-то типа такого, либо движение. Там для высоких есть в другой положении. Это ну да, для... я вешу 100 килограмм, наверное. Смотри, я там с обратной стороны для высоких. Или вот так вот. Класс. С обратной стороны твое. Где? Вот это? Это другое какое-то упражнение. Тоже самое. Держать на высоте, да? Кстати, ты права. Фу. Курточки неудобно. Можно снять? Можно снять. Ярик. А ну. Ого! Кстати, у меня же больные ноги. Это что, беговая? А что у тебя ноги больные? Нет, беговая там. От аккуратно, безделья? Ого, я росла вообще круче, чем папа. А ну, давай, давай. Четыре года ребенку. Покажи жару, давай. Молодец. Раз. Побежали, побежали. Аккуратно. Держись крепко. Аккуратно бежи. Ножку сюда подтакивай. Нет, стой. Смотри, Ярослав, чтобы легче было бежать, сюда держи ножку. Упирайся. Давай еще раз. Вот так. Не привет. Давай, покажем всем жару. Курить нельзя, пить нельзя, пиво. Даже 4-летний ребенок может. Давай, давай, побежали. И молодец, давай. Перекур, то есть одышка должна, подышали. Смотри, дышим, мы дышим.
дышим. Ого, бля. Подожди, как-то. Я никогда не занимался на такой штуке. Ярослав, круче получается, чем у папы. Смотри, смотри. Я не упал. Мама, сними меня. Мне страшно. Че тебе страшно? Да уже не бывает. Не бывает страшно. А здесь что? Ну что, возьмемся, Ярослав, за... Держимся. Держись за ручку. Берись сюда за ручку. И будем качаться. Вместе. Раз. Два. Раз. Два. Смотрите, какой он сильный. Раз. Два. Блин, я его тренировки хочу посещать, а вы? Раз. Два. Да, Ярослав, ты сильный? Раз, два. Раз, два. Рыба, на тебя смотрят дети. Ну ничего, смотрите, как Ярослав. Смотри, на маму рассказываем. Раз, два, да, Ярослав? Раз, два. Ну, поднимаем. Раз, какие мы сильные, да? Хопа, нагрузка на мышцы. Раз, еще раз. Хопа. Раз, еще раз. Папа свой жир подкачает с сыном. Сын преподает папе. Раз. Еще раз, Ярослав, да? Опа. О, все. Молодец. Теперь мы слазим. А теперь тренировка такая. Ярослав, повторяем. Надо после качать. Называется для тебя. Для дяди такого, как я, это... С другой стороны. Это тяжело, это травма. Смотри, Ярослав, это надо залазить так, браться руками и подниматься. А я не могу. Помоги. Потом вот так вот поднимаешься, несколько раз. Но я как не могу сейчас подняться. А тебе? Ты не сможешь. Ну, давай помогу. Нет, я какой маленький. Ты маленький, но сильный же. Опа, держись руками. Держись, папа держит. Раз, два. Раз, два. Не? Иди к папе. Ну, хорошо, чтобы не было страшно. Знаешь, какое упражнение тебе надо? Отжаться от пола. Отжимание от пола. Смотри. Это турник. Смотри. Ярослав, тебе надо отжиматься от пола. Берешь руки, ставишь ноги на плечи и отжимаешься. И отжиматься можно. Вот так вот руки ставь. Ставь руки, как папа. Это не скамейка? Это скамейка. Просто можно отжимание вместо турника. Раз, два. Раз, два. И так повторяешь. Только правильно. Да? Да. Это отжимание. Вместо турника того, это что... Это садик. Баба, я садик. Молодец. Ты же старший. Да. Да. Теперь это упражнение. Турник. Баба, будем... это ну, мы возьмем маленький. Давай сюда тогда встанем. Знаешь, как тут? Держись за ручкой. Держись, папа держит. И давай. Поднялись вверх. Там папа ж держит. Смотри, раз, нет, два. Поднимай себя, поднимай. Блин, мне показалось, что ты как мне сзади. Поднимай еще себя. Раз, два. Раз, два. До пяти. Раз, два. Хватит, хорошо. Молодец, ты. Теперь вот так покажи маме. Скажи, мама, я качок. Ярослав. Мама, ну скажи, что. Во, правильно. Маленький спортсмен наш. Давай. Ближе подойди. Мама, а у нас мы делали зарядку. Да, вы садики делаете зарядку? Присед. Прижди, брусья, надо приседать. Вот так ручки. Хоп. Хоп. И вот так. И вот так вот. Ручки. Молодец. И вот так вот.
Это наклоны. Это наклон. Наклон. Это надо вот так вот. Вот так. Да, мам? Молодец. Папа, а сколько у тебя было на по физкультуре? 5 было. 4-5. Папа просто потолстел. Папа тоже хочешь? Не, это папа не получится. Вот так не получится. Держи здесь, держи. Ножки там держи. Это ж так? Да. Вот, получается с папой? Получается, только не страшно. Тут не страшно? Да. Вот здесь надо держать тебе руками. Вот, смотри, а держись. А дарую. Держишь? Ой. Тяжело, да? Баба, ну хотя бы так, по чуть-чуть. Тяжело еще. Как вытягивать. Смотри, это какой ты молодец. Мама вместе качаешься. Ты нас с мамой папа, завлекаешь а в спорт. Да, мама? Еще. Твои родители. Тебя кормили. Папа, ты... Молодец, 10 раз. Это не твоя подружка? Мали вот это, не послушай. Дети были. Да? Да, вот только два маленькие. Папа, видишь, как нельзя делать. Это на площадке в коду. Короче, ура, победа! Я купил себе курточку в кропе. Взял куртку, теперь, бля, поеду, короче, на Ocean Plaza. Теперь что-то резко у меня мышцы на ногах перестали болеть. Привет! Ай, Коламбо! А, уже пишет, ну ладно, поехали. Я пришел в кафе к Кребе. Моя рожа. И прикольные чуваки. Я с вами Тихон. Я в Креденсе худею.